Еще что-нибудь сказал? Нет, брат. Все, что он сказал, я тебе передал. Кстати, этот парень оказался дружком Тымуза. Их забрали из одного места. Он так сказал тебе, да? Да. Но парень был каким-то странным. Сам не осознавал, что говорил. Что там с парнями из нашего района? Один умер, другой парень по-прежнему в больнице. Куда? Будем сидеть и ждать Тымуза, Али. Если мы не найдем его, он найдет нас. Ты знаешь, если он не может найти меня, то находит тех, кто дорог мне. Ладно, тогда держи. Эзель, ты не можешь пойти в таком состоянии. Времени нет. Ты сделал свою работу. Готовь оружие, Тифо. Есть возражения? Нет. Но сначала... Эзель? Это твой муж. Али? Ты сказал, что не пойдешь с Эзелем. Пойдешь на работу. Я сказал тебе неправду. Ты в порядке? Ты где? Скажи, где ты? Я пошлю кого-нибудь за тобой. Что мне делать? Приехать? Любовь моя, дорогая, единственная, послушай. Успокойся для начала и выслушай меня. Твой муж... осел. Да, осел. Не остался с тобой. То есть... все, что делает твой муж осел, он делает для того, чтобы остаться с тобой. В общем... он хочет быть рядом с женой, рядом со своим ребенком. Он делает это для того, чтобы это дьявольское отродье больше никогда не приблизилось к его семье. Ты преследуешь Тымуза? Алло. Скажи что-нибудь. Азат. Пообещай мне. Обещаю. Что я еще услышу твой голос. Моя дорогая, единственная, ты еще услышишь мой голос. Смотри, я тебе верю. Верь, 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 ладно, ложись. Завтра вместе ляжем спать. И это я тебе тоже обещаю. И не только завтра, каждый день. Каждый при каждый. Обожаю тебя, знай об этом. И я тебя. Эзель?